Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лим Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс, легкий заработок на просмотре сайтов, абсолютно без вложений. Называется CoinFlow. По заработку криптомонеты Тон. И на данный момент еще есть Litecoin. Это на вывод. Платит, друзья, абсолютно без минималки. Минималки на вывод нет. Тут сами просмотрите. На Faucet Pay. Регистрация наипростейшая. Значит, email. Два раза пароль разгадываете, капчу, кликаете зарегистрироваться. На почту я из кабинета вышла. Ничего не пришло. И без подтверждения почты платит. Ничего подтверждать не надо. Я проверила его на вывод. Все шикарно. Значит, сейчас перейдем, что вот CoinFlow. Я уже сделала два вывода в тонах. Вот CoinFlow. 6200 тон коин на 16 октября и 3024 тонны 16 октября. Все супер, но баланс, естественно, у меня по нулям. Это домашняя страничка, сразу же здесь реферальная ссылочка. Можно так скопировать или, видимо, так скопировалось. Далее, также в вкладочке реферал находится реферальная ссылочка. Вот оно. И будут отображаться наши партнеры. Далее, что нам надо? Здесь пройдемся по меню. Депозит нам не надо, вывод чуть позже. Так, что у нас? Ну, пойдем по порядку. Кран. Я обожаю такие буксы. Здесь можно сколько угодно сидеть. Платить 165 тысяч вот этих коинов. Минималки на вывод нет. Капча супер. Так что сегодня буду висеть помимо этого букса. Здесь еще. Значит, сначала антибот раскладываем. 4, 10, 2 и капчу. Кликаем клейм. 165 коинов засчиталось. Теперь идем на вывод. Таймер видим, да? Сколько? 2 минуты. Значит, на вывод у нас здесь тонкоин и лайткоин на Faucet Pay. Сразу то, что я собралась, вот эти коины 165 тысяч, они конвертируются. Вот здесь видим, сколько у меня количество тон. 1660 тон. И в лайткоинах, если хотите, 121 лайткоин. Ставим вот сюда. Кликаем на кружочек. Сюда прописываем email, адрес от Faucet Pay. И раскладываем капчу. Капча тоже шикарно. Кликаем вывод. Все монеты улетели на кошелек. Видим здесь два вывода. Обновляю страничку. Все в режиме онлайн. Теперь три вывода видим. CoinFlow 1660 тон 16 октября. Все шикарно. Если сборщик пуст, можно вывести в лайткоинах, например, или обождать, пока администратор пополнит. Такое бывает. Ничего страшного. Еще один кран. Здесь вообще 0 минут, 20 тысяч. Также антибот. 9-1, 9-1. И капча. Клейм. Все монеты засчитались. Короткие ссылки терпеть не могу. Далее два вида серфинга. Вот такой вид серфинга. 7 секунд. 3 секунды я сегодня смотрела.
И вот 3, видим, 3 секунды. Кликаем. Кликаем сюда. Здесь идет таймер. Возвращаемся, разгадываем капчу. Далее Вэри. Все, нам зачет. Далее. Вот такой еще серфинг. По 3 секунды. Кликаем. Теперь уже здесь идет таймер. Также разгадываем капчу. Подтверждаем. Возвращаемся. Ой. Так. Ну и все, нам зачет. У меня на балансе 570 тысяч, как видим, да? Кстати, удалю телеграмму. И здесь надо это все. Так, что еще? Ну и все. Два вида серфинга я вам показала. Здесь как бы уже идет для рекламодателей. Это нам тоже не надо. Идем на вкладочку вывода. Опять я кликаю на Тонкоин. Это у меня 5736 монет, а лайткоинов 420 лайткоинов. Так, капча, вывод. Все монеты улетели на Faucet Pay. Кли обновляем. Так, CoinFlow. 5736 монет, 16 октября. Вот такой вот бокс. Также тут Telegram. Интересно, что будет. CoinFlow, да. Подписаться. Подписываемся. Кликаю назад. Возвращаюсь в кабинет. Ну вот и все, в принципе. Кому интересно, просматривайте сайт, зарабатывайте. Не интересно, друзья, пройдите мимо. Как я вам показала, платят без минималки сразу на Faucet Pay. Ну и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.